21 ноября весь мир отмечает День телевидения. За долгие годы эта отрасль прошла огромный путь от электронно-лучевой трубки и одного телевизора на всю улицу до гигантской медиаиндустрии, влияющей практически на все сферы жизни современного общества. Воскресенский телеканал «Искровект» в эфире почти четверть века. Во Всемирный день телевидения об этом вспоминается особенно тепло. Свой коллектив поблагодарила за работу и ответственное отношение к делу главный редактор телеканала Надежда Семина. Сегодня именно Воскресенское эфирно-кабельное телевидение является одним из главных поставщиков новостей для жителей нашего города и района. И Надежда Григорьевна подчеркнула, что в этой профессии нельзя быть равнодушными. И это главное правило и особенность отечественной журналистики. Ежедневное освещение событий, прямые эфиры, новые подходы. Телевидение – это динамика, постоянно меняющийся окружающий мир. И важно оставаться полезными для своего зрителя и чувствовать поддержку окружающих.